Конечно, сыграем Кеми против кого-то. Посмотрим, как пойдет. Но мне кажется, что... Оу, Берди. Берди. Берди против Кеми. Будет весело. Чувак уже так неплохо на него наиграл. Это, по сути, моя первая игра за Кеми против кого-то живого. Наконец-то. Щет. Вейк ап атаки. Вэлл, щет. Фак! Что же я творю? Что? What the fuck? Я не хотел сделать, я хотел сделать вот это и... Нет, все равно не это. Ладно. Коннекшн, кстати, достаточно хороший. Блин, опять он меня поймал. Но эта позиция мне абсолютно не нравится. Well, shit. Сейчас он будет пытаться меня захватить. Well, shit. Блин! Блин, насколько далеко она летает? Она визуально достаточно близко к нему, но по факту она... Черт подери. Ну ладно, это была моя первая игра против Берди. О, вау, ни хрена себе, такого пончика я еще не видел. Не, ну все равно. В принципе, коннекшн был достаточно хороший, мне понравилось. Армика! Моба обе в обтягивающих костюмчиках, поэтому зрелище должно быть еще то. Хе-хе! For those who I wish to protect, I will fight you. All right, let's begin. Round one. Fight. Shit. Whoa. Whoa. No, well, fuck. Черт, хватит мешать. Хватит, блин, мешать. Ну, отлично, блин.
Блин! Проклятие! 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 Так близко и так далеко. Правильно, набей эту Мику, блин, по спине как следует. Черт подери! Оу, вот это я не ожидал. Ну, что-то как-то в белом и в синем она мне не особо нравится. Гораздо больше в зеленом и в красном. Хотя, дело привычки. Так. Так, на секундочку, я все-таки синий. Лоял чет. Ах ты зараза. Блин, вот козел. Он играет очень хорошо. Да, было ожидаемо. Фига себе, он сейф анблок. Ах ты, зараза. Ноу, чес. Обалдеть. Да, за Кэмми что-то пока что не фартит абсолютно. Так, еще одна армика. Окей. Может быть, в этот раз мы учтем свои ошибки. Ни хрена себе, уровень 25, елки-палки, я мертв. Господи, чувак, наверное, просто все трое суток просидел на редбуллах, адреналин-рашах, не спал ни разу. С ума сойти. Немножко подлагивает. И понятно, come and grab сразу же. Понятненько. То у меня появился V-триггер. Оу, щет! What? What? Я, блин, пытаюсь гребаный V-триггер включить, он меня стигает вверх. Отлично. Супер. Супер. Так и было запланировано. Стопудово. Ну, хоть так. Чет! Блин, что же я сделал, а? Насколько чувствительный инпут? Просто кошмар. Малейший инпут эррор, все, ты проиграл. Коннекшн, кстати, очень хороший. Очень-очень хороший. Не могу ничего сказать, что... Ой, я проиграл из-за плохого коннекшена. Нет, я проиграл из-за скилла. Точнее, его отсутствия. О, Нэш. Вот это будет интересно. Чувак вообще еще ни разу не играл. Ни за одного, ни за кого ни разу. Хо. Посмотрим. Какие у меня шансы против него. Хотя, стоп, скорее всего, это глюк небольшой, потому что у меня он тоже написано, что я ни разу еще за Кэмми не играл. Так, подлагивает. Немножко были какие-то... Так. По идее, я должен пролетать под его фаерболами, если я ничего не путаю. Чет.
аккуратненько. Что я делаю? Что ж ты делаешь? Твою мать. Подлагивает, подлагивает постоянно. Телепортирование Нэша через весь скрин не очень радует, конечно. Телепортирование в смысле не от его скилла, а именно от лагов, в первую очередь, к сожалению. Что-то он то ли испугался, то ли у него лаги, то ли он просто не знал, что делать. О, да. Очень любишь прыгать, Нэш. Оу, щет. Отомстил. Ну, зато у меня должен сейчас накопиться витригер. Почти. Воу. Эх, блин. Фак, лажанул с инпутом опять. Окей. Благо он не успел среагировать на прыжок. Его было видно хрен знает откуда. Ну, неплохо, неплохо, неплохо. Жаль, что я дропнул V-Trigger комбо. Это было бы килл стопудово. О, Карин. Давненько ее не видели. Уровень 20. Но за Карин, судя по всему, еще не играл. Все знают, что против Кэми нужно блокировать вниз. Оу. Понятненько. Лаги. И стан. Супер. Отлично. Блин, как же меня бесит это. Лаги реально мешают, к сожалению. Судя по всему, этот код еще требует доработки. Ну, в общем-то, потому это и бета, собственно. Так, надо... Пора начинать быть терпеливым. Я уже парочку раз получил. Отлично. И она все равно заблокировала. Супер. Да. You lose. О, снова Берди. Ну, посмотрим, как в этот раз пойдет. Этот чувак уже гораздо менее опытен, если верить статистике. Но статистика нам ни о чем не говорит очень часто. Слушайте, откуда она вылетает? За 200 метров от места приземления, судя по всему. Это было не то, что я хотел. Я хотел сделать вот это. No! Shit! Fuck this!
God damn it!